Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте все. Меня зовут Ведьмак, вы смотрите мое ведьмаче прохождение, собственно, третьего Ведьмака на сложности, на смерть, самой высокой сложности. Находимся мы в, ну, дворцом это явно не назовешь, но в каком-то укреплении, принадлежащем местному мужику, по фамилии Кровавый Барон. В предыдущей серии мы с ним пообщались, узнали, что тут была Цири, которая победила Волкулака. Вот некоторое время жила у этого барона в гостях, а потом внезапно одним прекрасным утром испарилась. Ну, это, в общем-то, в ее духе. Вот. Ну, а мы взяли у дракона... Фу, что я несу сегодня? Я не знаю, о чем-то думаю, Леон. У барона, естественно же, взяли задание найти его жену и дочерей. Вот. Ну и вдобавок еще, я думаю, мы поживимся местными задачками. Я уже подобрал тут задание на скеллиге. Нет, это не то задание. Мастер броники подобрал. Но, честно говоря, оно на 24 уровень. Я так понял, это в скеллиге нужно отправляться. Поэтому забил на это задание. Вот. Что еще тут у нас? В общем-то, ничего. Пойдем дальше смотреть, пойдем дальше изучать местность. Что такое, седой? Да ничего. Да я спущусь, блин. Ну куда? Куда вы лезете? А вот. Тебе скажи, ты тоже захочешь. Давайте, что ли, оглядим местную доску объявлений. Починка крыши, чиню крыши, бла-бла. Точка делает массаж. Понял. Клуб игры Гвин Шулер, располагающий во Вронице, приглашает на... Ну, ага, собственно, председатель клуба это сам Филипп Стенберг. Ну, мы возьмем, но вряд ли я буду этим заниматься. Кулачные бои, вот это уже интереснее. Заказ кликатун. Ух ты. Чеслав из Вронец. Понял тебя. И скачки. Да, в игре также можно выигрывать скачки. Если есть на то желание. Ну... Посмотрим, что из себя это вообще представляет. А пока... За пока мнут бока. Так. Идея-то я. Давайте что ли куда-нибудь отправимся. Что такое вход ведет в руины и ведет в пещеру? Замечательно. Это у нас по, собственно, главному заданию нужно найти ворожия. Что у нас еще? Охота на ведьму. Можно пообщаться с ведьмой. Это у нас зажечь костры. А, это какие-то другие костры Новиграда. Это что? А, нужно в сам Новиград отправиться. Понял. Дикое сердце. Ясненько. Скачки. Скачки, срачки. Заказ кликантун. Какой у меня уровень? 5. Давайте еще немного... А что, вот это где-то отображается на карте или нет? Похоже, что нет. Похоже, нужно просто очень внимательно осматривать местность. Ну, либо это действительно полностью в навигации. Нихера себе. Это что такое? Ведьмачьи длинности. Смотреть подземелье под храмовым островом. Понятно. То есть нам на храмовый остров надо будет попасть. Ну, тогда... А вот этот заказ на кликатуна какого-то... О, он прямо здесь. Давайте с ним пообщаемся. Ну, не с Ликатоном, естественно, а с заказчиком. Хай! А-ха-ха-ха-ха! Пернул и рассмеялся. Вот это юмор. Ой. Ух ты! У тебя глаза, как у моего котенка. Бывал, что в базарные дни сало на тебя. Ну... Оп, прям сквозь лошадь. Чеслав, рассказывай. Ну? Баранки гну. Рассказывай, я говорю. Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете кликатуном. Ну да, завелось. Коров таскай, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит,
и что он эту бестию прогонит. А чё, где трупик нашли? И сел в засаду на Кликотуна. Со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Окей. Так, ну что, попробуем поторговаться? Хотя у меня не получается. Времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Ну, давайте хотя бы вот так вот. Я знаю, что они много мне не дадут, но... Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. И то верно. Ну ладно, пойдет. Самое время, чтобы этим кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Так с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? А тут он. В моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла. Вот теперь отца потеряла. Вот я его и пригрел. Понял. Что ж, давайте... Да, сохраняйся ты, япономать. Давайте с ним пообщаемся. Коза. Коза-гриза. Что тут бегаешь? Да, это вообще ребенок получается, да. Ну, наверное, много с него информации не вытрясешь. Оставь меня! Успокойся, я... Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Василиск, что ли? Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит. А в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Спокойно, спокойно. Будь здоров, малыш. Я с самого начала думал, может быть, Аксим успокоить. И такие действительно можно было. Хорошо, это мы поняли. Правда, это толком нам ничего не дало. Но давайте посмотрим на карте, куда нам дальше двигать. А, в общем-то, рядом. Давайте туда и выдвинемся. Давай, поехали. Поехали. Ай. Гони, лошаденка. Она вроде с топа выбежала из хат после того, как я дошел с такой до барона. Видимо, поняли, что вреда не будет. Сука, себя обработать, как новиградские детки. Чего удивляться? О, тут какое-то задание. Да? Ну давай сражусь. Родовид? Ронвид какой-то. Ты кто? Выходи! Сойдемся в поединке! Зачем? С собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю. Я Ронвид из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради... Прекраснейшей девы ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу, у меня еще 99 боев останется. Что, кончено? А почему ты хочешь драться именно со мной? Я к твоей деве ягодки никакого неуважения не проявил. Хм. Так признай же, что дева ягодка всех дев на свете краше. Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. О, какой! Ты ж конченый. Гори, скотина. Нет, я тебя убью. Бля. Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова...
Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Идиотский диалог. Гельт, надо было сразу вам насадить на меч. Ибо нехер. Так, закрыто, нужен ключ. Как так вообще? Вы ключ вообще? Вы что вообще? Совсем вообще? Все позакрыли, ну ты посмотри. Сволочи местные, не дают воровать. Они что-то знают. Они прослышали о людях из Белого Сада, которых обокрал ведьмак. Но эти, видимо, ни о чем не прослышали. Тут, в общем-то, и ничего и нет. Ну и ладно. Жадюги. Музыка такая грустная играет. Атмосферненько тут у вас. Так, исследовать место нападения. Давайте исследовать. Так, давай не бегай. Кишочки. Морда в крови. Дрался до последнего. Это, видимо, Бобик. Тот самый храбрый Бобик. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Думаешь? Чё-то нифига себе лапини. Кровь монстра. Так, и чё? Куда он дальше пошел? В реку? Подозрительно. И хочешь ничего по этому поводу сказать? Геральт. Это ж его кровь, да? Куда он дальше пошел? Вот чё вопрос. А вот... Ишь ты. Очень интересно. Он сейчас не выскочит из кустов? Мне бы хотелось как-то подготовиться сначала к битве с ним. Потом уже врываться. Какая-то халупа тут. А я тут разве не был? А хрен его знает, блин. Карта слишком большая. Чтобы так просто понять, был я тут или нет. Куда ты пошел? Монстр. Следы ведут в пещеру. Какую Уралиск. Пещеру? Ну да. Куралиск. Куралиск! Отыскать логово. Ну вот оно, логово. Что дальше? Так, а что, ты знаешь что-нибудь о нем, Геральт? Какая-нибудь инфа? Дракониды. Кликатун. Чудовище, терзавшее обитателей Воронец. Казалось, привредным куралиском. Ну, понятно. Так, Ард, значит, он не любит, да? И масло против драконидов. А я могу его сделать? Химия. Так, масло против драконидов. У меня нет рецепта, к сожалению. Но, кстати, не факт, что он до сих пор здесь. То есть он мог куда-нибудь свалить. После того, как его напинали немножечко. Странно, я вообще по описаниям книги Сапковского подумал, что существо это не очень большое по размерам. Что это такое? Что, золото? Странно. Очень интересно, но Геральт на это вообще никак не реагирует. Ладно, может как-нибудь, я не знаю, знаком попробовать? Ай, пусти меня.
не работает. Ну ладно. Пойдем дальше. Папоротником все заросло. Звук откуда-то сверху. Хипу на мать. Значит, выкурю его бомбами. Думаешь? А как? Выглядит при помощи бомбы самым картечь. Эй. Так, бомбы. У меня же были бомбы, да? Ну вот она. Как кидать-то я забыл. Я реально забыл, как кидать бомбы, потому что я ими не пользовался. Самым картечь и прочие штуки. Сейчас я посмотрю в настройках, где это. А, подожди. Да, блин. Что-то орёт там сидит. Как кидать это говно? А, во. Оп. И я даже не спрашиваю, куда ты кинул. Куда он кидает? Я вообще ноль... Я без понятия. Он просто кидает, и все. Ну, видишь, если они кончились, блин. Так, давайте сохранимся на этот раз, потому что... Если он опять кинет, хер пойми куда. О, уходи. Пусто. Похоже, он сбежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Пошли. Искать. О, он полетел. Вот он. Теперь не уйдет. Думаешь? Лошадяка, а мне? Ну, залазь! Улетит же. А ну стой. Хера ты здоровенный. Как ты там в пещере вообще поместился? Блин, лучи кровотечения накладывает. Короче. Не понял, я его вообще дамажу? Да подай... Я не понял, я по нему что, не попадаю? Или он такой здоровый, что я его тупо не убью? Ничего не понимаю. Блин, ну он реально какой-то огромный, вообще туша такая. Капец, крокодил. Я не ожидал такой подлости. Ух уж мне эти быстрые сохранения, которые длятся 8 часов. Так, ну и чё? У меня также есть мысль, что без... Хотя ладно, давайте так догоним. Без масла я ему ничего не сделаю. А масла у меня рецепта нет. Ему вообще похеру. То есть я ему нанес урон 200, и чё, это не смешно. Да епономат, ты что прикалываешься такие удары наносить? Вали от меня. Но это размен этот не в мою пользу, к сожалению.
Ну да. Меткость на грани фантастики вообще. Охереть просто. Смотри, прет и прет ко мне. Вот как он это сделал? Просто так вот. Взял и надамажил. Сукин кот. Ну ладно. Да уж, Грифон, по сравнению с тобой, это вообще просто няшка. И все равно попадает. Хоть ты тресни, блин. Невозможно от него увернуться. А неплохо так получилось, да? Сошел ему за спину. Понял тебя. А он еще, видите, короче, вот только бы он меня сейчас не добил. Это будет обидно очень. Куда ты полетел? Вернись. Я все прощу. И все-таки достал ты меня, а? Только не убей, только не убей! Последнюю ласточку трачу. Вот так. Хорош. Да, довольно серьезный монстр, конечно, был. Желудок Куралиска. Прикольно. Череп. Трофей. Фух. Понравилось. Ты перья, главное, не забудь из хвоста повыдергать. Пригодятся. Че это было сейчас такое? Еще и кровотечение. Че, блин? Игра, ты что прикалываешься надо мной? Давай еще убейся об труп монстра. Так, ну что там? Трофей. 10 модификатор, шанс отрубить конечность. Хера себе. А, так они одинаковые, да? Что Грифон, что Куралис дает одинаковый эффект. Так. Что там еще нам дали? Какой-то мутаген. Опять глюк из этих мутагенов. Не все отображаются. Плюс 5 мощных знаков. Херня какая-то. Ладно. Так, давайте, может, по дороге заглянем еще куда. Так, в эту пещеру мы заходили, чтобы, собственно, проплыть, по-моему, да? А, нет, это пещера Куралиска была. Так, давайте оглядим окрестность. Мне даже интересно стало, что тут на холме такое расположено. Какой-то домишко разваленный. Что тут было, интересно? Пепелище. Я вижу, что пепелище. А чего сожгли-то? Там же сундук лежит. Чертеж, улучшенные штаны школы Грифона. Там, блин, хватит. Геральт, просто развернись и возьми. Не надо скакать. Ой, беда. Больше здесь ничего нету. Я буду залез в окно, а Геральт не умеет. Ну, наверное, там ничего нет, раз туда попасть нельзя. Хотя, конечно, не факт.
Ну и ладно. Не хотите, как хотите, пойдем дальше. Так, что у нас тут еще есть? Какой-то вопросик непонятный, давайте туда сходим. Лошадь, ко мне. Давай, плотва. Ага. Логовище чье-то, да? Гулей, я так понимаю. Или Альгулей, не знаю. Не хотелось бы мне, конечно, в пачку опять влетать. Надо их по одному высасывать. Угу. Вот и страшный какой. Местные гули какие-то адские. Да что ты кусаешься? Не, ну пачкой не надо на меня нападать. Ты, блин, только, блин, скастовал, ты уже снял. С болота. У меня меч вообще не дамажит их. То есть по сравнению с их здоровьем я их просто не дамажу. Да, надо бы делать, конечно, другой какой-нибудь меч. Потому что, ну, это несерьезно. Да, отвали ты нахер, Вася. А ну не регень, скотина! Регени только я тут могу, а вы нет. Но, надо сказать, они мне тоже не очень много дамаги наносят. Вот сучка. Подловил, блин. Размечтался, урода кусок. Получи. Иди сюда. Как-то так. А у меня бомб-то не осталось. Япона, мать. Да? Не осталось же. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Ты не очень, Геральт, такой. Зеленый мутаген, сиреневый мутаген. А сон дракона я, наверное, не могу использовать, да? В качестве уничтожателя. Бляха-мух. Зачем я их убивал в таком случае? Они же сейчас по новой все народятся. Как пить дать. Нет? Подожди, а это не те трупы, которые мне надо сжечь ради квеста? Где эта херня, костры? Не то... Не оно? Нет, это не оно. Блин, ну там надо теперь боли, надо его уничтожить. Медитировать, чтобы восстановить себе все эти штуки. Но если бы Геральт не кидал их, как мудак конченый, хрен пойми куда, у меня бы они остались. Так, ну вроде бы их нету, по крайней мере, такой толпы. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Чпок! Пока! А есть что? А есть что? Золотой перстень с рубином. Нифига себе у них. Понатырили где-то. Мракобесы. Так, ну хорошо. С этим мы
Справились, вроде как. Так, давайте вот так вот пойдем таким путем. Не торопись. Нет, торопись. Что это у вас тут такое? Снопы сена какие-то. Окей. Ой, олененка убили. Какая досада. Так, где-то тут в середине реки есть, я так понимаю, сокровище. И вполне может быть, что его охраняют. Кто бы вы думали? Конечно же, ушлепцы. Посмотрим сейчас, смогу ли я взять это сокровище и не подохнуть при этом. Так, давайте, наверное, скастуем на себя квен и нырнем. Глядишь, поможет. Ныряй. Закрыто нужен ключ? Ты что, угораешь надо мной? Топс, кстати, не самого высокого уровня, но хер знает, как с ним бороться-то под водой. Кастовать я не могу вообще. В принципе. Ну, трупы какие-то, наверное, здесь где-то и, собственно. Травы мне не очень нужны, мне нужен ключ. Я был уверен, что ключ как раз в трупе находится. Туалет меня, козел. Давай выходи на берег, там поборемся по-честному. Как ты на это смотришь? Так, они отстали, но надолго ли? А это что такое? Травы? Это трава такая? Фига себе. Короче, встретили нас тут не очень. Человек в беде. Давайте поможем человеку в беде. В беде. Ух, нихера себе! А, я чувствую, человек в беде останется в беде. Охренеть. Не, ну эти ребята не такие страшные, а вот там какой-то был 16 уровня. Блин, меня напрягает опять-то. Арбалетчик поганый. А вас немного ли здесь, а? Подожди, нильфгаардцы, снаспор... Вот это вот, что за нильфгаардский дезертир? Он же меня кончит одним ударом. Поздно защищаешься, Геральт. У тебя был шанс. Вали от меня, козел. Блин, ну их слишком много. Как их побеждать-то должен? Япона мать. Только по одному выманивать, и все. Они не хотят по одному выманиваться. Идиот. Да как ты так делаешь-то, ну? Идите нахер, господа. Ляха. Не, ну это пипец, конечно. Но можно и так, конечно. Тише будь. Василий. Дикарь какой-то просто. Вася Дикарь его зовут. Друзья. Ага. Размечтался. Так. Парень ко мне идет. Я его, конечно, боюсь. Ну. Спиной-то ты зря ко мне повернулся. Нихера себе! Урона просто нет. Назад. Иди сюда.
Не, ну потихоньку я, конечно, смогу его заковырять, но это несерьезно. И тут шанса на ошибку вообще нет. Хорошо, что его дружки там где-то потерялись. Получи. Даже ачивку дали за репосты. Dark Souls style, в общем-то. Еле-еле успел. Это была ошибка. Dark Souls — это такая игра, где в принципе можно любым уровень победить любого противника, если тебе скилла хватает. Ты душный парень был. Так, хорошо. Нет, я хочу сохраниться. Пожалуй, тогда отойду. Так, что там за человек в беде-то, блин? Он вообще до сих пор в беде? Или как? Ну, я сейчас подойду. Подожди, я сохранюсь только? Я хочу сохраниться, потому что если я умру, то это будет капец. Все? Сохранилось, не? Да. А почему на F5 тогда не сохранялось? А хер его знает. Так, продолжаем. Нильгардский длинный меч. За счет чего тогда в таком случае ты был таким сильным противником? Я не очень понимаю. Почему такой высокий уровень? Богов с вами нет. С вами только нильгардский офицер 16 уровня. Его, конечно, можно с натяжкой назвать богом, но только с натяжкой. И чё? Нильгардцы вместе с обычными какими-то мудаками. Вот сука, а? Мракобес. Проклятый. Вали! Иди, иди сюда. Вообще псих какой-то бегает с мечом наперевес. Фу. Получи. Иди, иди сюда. Такое себе. Второй ублюдок, которого придется сейчас полчаса выпиливать. А его ребята там стоят такие: наши победят! Честный бой, они дают нам возможность подуэлиться. Не будем лучше рисковать, будем один раз бить. Надо будет потом прокачать себе знак Квен, потому что он меня выручает очень сильно. Это такой сейф небольшой. Даже если меня ударит кто-то, очень сильный Квен поглотит урон.
Да, ХП у него, конечно. Ну, явно не меньше, чем у меня, но при этом бьет он гораздо сильнее, чем я. Да, я бы, конечно, закончил, но... Парень умирать не хочет никак. Ругается там по-нильгарски, падла. Ну, хорошо, что, в принципе, ничего не мешает нам его убить. То есть, игра этого не запрещает. То есть, хочешь мутыжиться, мутыжься. Вот, есть такой прозрачный намек на то, что неплохо было бы такого противника убивать чуть-чуть попозже, на другом уровне. Но, в принципе, это выполнимо. Блин, тогда ж ты сдохнешь-то уже. Реально, пора заканчивать, я, блин, полчаса с тобой вожусь, мразота. Пошел ты нафиг. Да, я колдую. И чё? Блин, еще один там хер нильгарский, да? Ох ты, сука. Налетел, блин. На, получи. Посмотри, какая скотина. Я тебя позащищаюсь. Нет, вот арбалет. Арбалет в жопу себе запихай. Он умер, кстати, да? Так, теперь этот хер за мной бежит. Начало. Ого. Не, подожди. Это вот сейчас было вообще нечестно совершенно. Я ориентируюсь. Конченый просто. Стреляет там издалека. Хоть бы хны. Талант на отбитие стрел тоже было бы неплохо, конечно, сделать, но... Потом. Все потом. Надо бы обойти, наверное, этого офицера сбоку. И попробовать убить этих сраных арбалетчиков. Сучара, а? А ты откуда тут такой красавец? А, так он тоже 14 уровня, лол. Нихера себе. Я, давайте загрузимся. Я сказал, давайте загрузимся. Но то, что он 14 уровня, это, конечно, плохо, потому что, попадая по мне, он дамажит просто дьявольски. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест кровавого барона. Так. Где там это? Ушли панище. Ну, вон один стоит, да, где еще один? Видели? По нему свой попал. Это ж угарно. Ну-ка, подожди. Давай, стреляй меня. Блин, попал в меня все-таки. Я надеялся, что он попадет в своего. Но прикольно, конечно, получилось. О, еще попал. Круто. А куда это ты? А ну вернись. Рот закрой. Так, назад.
назад. Там нас стреляют. Ух, вот это уже плохо. Если по мне сейчас попадут из арбалета, я кончусь. А неплохо, да, получается, выманивать врагов на линию стрельбы и таким образом заставлять их истреблять друг друга. Так, этому парню, похоже, вообще насрать, что его братья вывалят. Поэтому я, пожалуй, закончу его. Угу. А-за-за-за-за-за-за. Так, остался этот покорябанный своим же другом. Ну и что-то там застрял. Выходи. Блин. О, не надо так, блин, все бы сейчас. Тихо. Опасный. Этот щитом не прикрывается, поэтому хрен его знает. Ой, он умер. Вот бывает. Фух. Это было сложно. Ну, конечно, самые конченые здесь, в этой игре, это, естественно, арбалетчики и лучники. Потому что стреляют они самонаводящимися, видимо, стрелами через все препятствия. Но единственное, что попадает в своих, это на самом деле слабое утешение, хотя и помогает. Так, кто тут? Где тут в клетке сидит? Выходи, братюня, что тут написано? Неотправленное письмо. Тихо. Что за письмо? Премногоуважаемый господин сержант Каври Вар Лехн, видимо, нильфгаардец. Ваша милость, спрашивали меня любезно, сколько еще мужиков мы можем вам приспособить для работ по славу империи, что я ниже и излагаю. Прежде всего, мы можем в любую минуту доставить еще несколько холопов из Глиндика. Но там товар, я скажу, никчемный, в основном старики и дети. Если, однако, ваше превосходительство изволит считать, что и такие простачки на что-нибудь сгодятся, пришлите нам гонца. И меньше, чем через неделю, они будут ждать транспорта, спутанные, как кролики в селках. Разговаривал я и с солдатами, что отказались служить барону, после того, как тот по пьяному делу выколол одному из них глаз кочергой. Ну, алкаш барон явно отвалил делов по пьяни. Они разбили два лагеря, один под самым замком, а другой на южной границе Велена. Как легко догадаться, они ждут возможности быстрого заработка. И если только ваша милость вышлет несколько крон аванса, они обещают взяться за работу сходу и доставить вам прекраснейших дев и самых сильных мужиков со всего Велена. А может быть, из всех королевств севера. 100 человек, 200, сколько пожелаете. Ваш покорный слуга Далигур. Ну ты сволочь такая. Спасибо, ведьмак. Заходи ко мне в кузню, в Еворник. Там тебе кое-что в подарок. Ты похож на этого серого стража. Забыл, как его звали. Из первого, да, Dragon Age. Как его там звали, ты реально забыл. Какое-то у него красивое имя было такое. Да ладно. Фигу. Ну что, вообще я собирался у утопцев там всякие штуки украсть. Но вылилось все в то, что я освободил какого-то кузнеца, убив при этом несколько высокоуровневых врагов. Как это у меня получилось, да хрен его знает. Кто у меня вообще уровень? 5-й, всего лишь 5-й, я убил 16-го. Ну ладно. Не повод для гордости, в общем и целом. Но все равно приятно.
Так, ну что? Неужели этих утопцев никак не убить? Почему? Ну это же тупо. А вот какой-то скелет, да? Наверное, здесь ключ. Потемневший ключ. Лунный клинок, нихера себе. Ау. Всплывай, скать, всплывай, тебе говорят. Конченый ты, мракобес. Оп. Фух. Лунный клинок, тот самый. Как он здесь оказался? 95-117, так он хуже, чем мой. Ха-ха. Да. Зато у него три дырки. Модификатор вызвать, шанса вызвать заморозку, фига себе. Я, кстати, сюда ничего не впихал. Никаких рун. Где они тут у меня? Мощи гнии. Мощи, ну, понятно, беспонтовые какие-то руны. Фу, ну что, победили мы, тварюк. Ну, в смысле, как победили? Украли у них из-под носа сокровища. В наглую. Так, куда поплывем дальше? Пристань. Круто, что пристань. Так, здесь мы бывали. Это та самая корчма, где мы накидали бандюгам. Здесь сокровища под охраной тоже. Монстров высокого уровня. А давайте, собственно, выполним вот этот квест на огни. Потому что что они у меня висят? И висят. Раздражает невыполненное задание. У вас тут есть вообще что-нибудь полезное? Нихера у них нет. Палатки здесь такие довольно серьезные разбили. А при этом это дезертиры были. То есть не регулярные войска. Да блин. Лошадка. Тёпцами. Поехали. Ну. Но, я говорю. Ну-ну-ну-ну-ну. Но мне что-то подсказывает, просто так это задание выполнить не получится, ну естественно, гнильцы. Освещенное масло. Надеюсь, загорится. Ой, не тот меч, да. Псина. Так, гнилье. Сюда подходим. И кого ты бьешь, Геральт? Вот кого ты сейчас ударил? Воздух? Воздух, говорит, мне случалось испортить, а вот чтобы вас. Жги. Бульк, бульк, бульк. Теперь игни. Фигни. Еще как жахнет. Это дар бально. 9 опыта, это, конечно, чудовищное число. Печеная картошка, кстати, неплохо восстанавливает ХП, надо сказать. Вперед, плотва. Вперед. Вперед, я сказал. Скакать галопом. А, ну, это и есть галопом, получается, да? Подожди, а что такое карьер тогда? А, то есть... Подожди. Галоп — это вот это. Это как-то галоп не похоже. А вот это карьер. То есть карьер быстрее, что ли? Окей. Я думал, наоборот. Не торопись. Гули. Гули, гули, гули. Yeah.
Лошадь дерется. Куда ты, собака, реденешь? Да уйди ты, тупая лошадь. Лезешь, блин. Умри, скотина. Чуть такое за позолоченная палка о двух концах. Теперь Игния. Гори, гори, моя звезда. Ухо чудовище. Ухо от шлетки. Блин, последний далеко. Последний костер. Что это за деревня? Мы там были? Деревня Егорника, а, да. Кстати, туда обещал вернуться кузнец, которому мы помогли. Давайте к нему придем. Он нам грозился что-то подарить. Да уж, про сладкую тропинку мы наслышаны. Уже. Малхелин, ты прешься на мою лошадь, дура. Так. Ты вроде мне что-то обещал. И что, теперь притворяешься, что ничего не было? Ничего не дает, подлец. Это ж ты был. Да, ты. Дунком звали его, вспомнил. Этого серого стража. Короче, ничего он мне не дает, подлец. Говорит, пошел ты нахер. Я тебя не знаю. Так. Ну и ладно. Ну как такое ремесло, что нынче голодать не будете? Вперед, плотва! Воронёт раскаркалось. Да ехай, ехай. Подумаешь, по лесу бегачим. Ну, весь опор. О, что тут? Блин, слезь. Да блин, стойди ты с этого говна. Нет, я не это хотел. Ты кто такой, человече? Кит Гилас. Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. От сука! Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ну я его проучу. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Здоровье. Ну, трупы мы, конечно, сожжем. Но со жрецом я поговорю. По душам. Параша.
Я еще понять не мог, почему он говорит заплетающимся голосом каким-то. А он наркоман проклятый. Так, а что тут вообще есть? Вернуться к жрецу. Далековато он. Далековато. Где вообще? Ну ладно. Поедем к нему, я думаю, мы в следующей серии. А пока что все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.